Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Игорь. Сейчас мы сделаем утреннюю зарядку цигун, чтобы поднять настроение, чтобы повысить жизненный тонус, включить в организме процессы регенерации, омоложения, чтобы появилась гибкость, текучесть, уверенность и много чего полезного. Для начала скажу вам, если время уже прохладное, например, осень, то желательно конечности, чтобы были в тепле. Руки, ножки. Вот. Здесь у нас так называемые суставы, заставы. Вот. И в ногах тоже. Сюда у нас заходит, выходит сила, энергия, ци, ки, чи. Кто как называет. Ну, первое, традиционно, начнем с тряски. Ножки на ширине плеч. Носочки немножко вовнутрь. Колени слегка присогнуты. Таз вот под себя. Вот как. Как Майкл Джексон, помните? Оп. Спинка ровная и язык прижат к верхнему небу. И начинаем трясочку. Подбородок немножко прижат к груди. И макушечкой тянемся вверх. Создаем легкое натяжение. Начинаем трясочку. Сейчас пока дышим произвольно. Напоминаю, подбородок прижат. Ну, не прижат, а ближе к груди. Макушечкой тянемся вверх. Любая медитация, какую бы вы ни делали, всегда старайтесь немножко подбородок вот вниз прижимать. В этом много плюсов. Трясемся. Все тело у нас как цельное желе такое, представьте. На костях висит такое желе, и оно трясется. Улыбочка обязательно. Улыбаемся краями рта. Улыбаемся краями глаз. И зафиксируемся в этой улыбке. Все окружающие звуки только усиливают и помогают вам успокоиться и сосредоточиться. И внимание держим на дыхании. И продолжаем трястись. Если ножки начинают затекать, немножко можно их встряхнуть. И теперь делаем глубокий вдох через нос. И задержка. Сколько кому удобно. Выдыхаем. Через сжатые губы. Как бы через соломинку. Через трубочку. Немножко продышались. И снова глубокий вдох. Через нос. Задержка. И выдох через рот, через соломинку. Ну, давайте еще и третий раз сделаем. Глубокий вдох. Задержка. Тело расслабленное, текучее. И выдох через соломинку. Немножко ускоряемся.
ускоряем трясочку. Внимание держим в нашем теле, наблюдаем, где у нас какие зажимы, какой-то дискомфорт. И пытаемся внимание направить в это место и продышать его. Замедляемся. Все, можно немножко походить, ножки повстряхивать. Следующее упражнение. Давайте покрутимся. Вот как, знаете, девочки в детстве, когда маленькие, так делают часто. Вот начинают что-то там кружиться. Там упражнение очень большой потенциал, оно очень мощное. Как сказал один мудрый человек, хочешь жить, умей вертеться вокруг собственного позвоночника. Да, по сути, вот этими вращениями мы создаем как торсионное поле. Вот оно сверху вниз вот так ходит. Два круга перетекают один в другой. Можете посмотреть в интернете об этом. Ручки у нас как веревочки, расслаблены. И вращение получается не за счет поворота, а за счет того, что мы ножки немножко присогнуты, и вот они как бы выбрасывают нашу ручку. Мы привстаем, и они выбрасывают. Вот. Вот. И продолжаем. Если это упражнение делать перед сном, минут 10-15, то у вас будет колыбельная. Очень хорошо это упражнение делать перед какой-то учебой. Например, вы хотите что-то изучить, тоже минут 15, ну, 12 и больше. Так, повращались. И голова пустая. Индикатор, то, что вы очистились, сказать, освободились от мыслей. Вы закрываете глазки и в расслабленном состоянии представляете, что ваши ручки разъезжаются. И вот они едут силой намерения. То же самое можно проверить. Вот так они. Вот вы просто думаете об этом, они начинают подниматься. То есть вы не физически их начинаете двигать, а вот уже как бы силой мысли, силой намерения. Об этом упражнении можно снимать отдельное видео. Большое, очень много плюсов. Ну вот, смотрите, если вам нужно взбодриться, вы можете себя вот так обстукивать. Плюс идет, вот, смотрите, массаж селезенки и печенки. Ой, и почки. Здесь, в эту сторону, массаж печени и почки. Если перед сном, то просто не прикасайтесь к телу, так легонько кружитесь. Чтобы еще лучше поработать позвоночник, голову можно доворачивать. Вернее, шею с головой. И так кружимся, вращаемся. И дышим. Ручки как веревочки расслаблены. Тело все расслаблено. Прилетел помощник. Сейчас угощу. Держи. На, держи, не бойся. Держи. Вот тоже, когда начинаете делать цигун,
утренний комплекс, то, как бы это странно ни звучало, но люди, которые в теме, понимают, о чем я говорю. Погода может начинать меняться в лучшую сторону. Солнышко может выйти. Вот. Начинают там животные подходить, там собачки, там какие-то птицы возле вас начинают кружиться. На моем канале можете посмотреть там хоть в коротких видео, как там животные приходят. То есть вы позитивны становитесь, вы начинаете светиться. Ну, плюс как батарейка. А в этом мире всем не хватает внимания. Где внимание, там и сила. Вот. И вы как вот начинаете, вот как юла. Это упражнение называется в разных традициях по-разному. Жгонка, веретено, волчок и так далее. Ну, это только нижнюю часть я вам показал. Потом, если минут 10 можно сделать внизу, потом можно ручки выше. Еще выше. Вот, тоже минут 10. Так. Войдете в такое состояние, что. Вот. И еще выше можно вот. Вон прям сюда, вот так. Прям вот так. Прям вот так. Замедляемся. Понаблюдайте. По телу уже должна пойти волна. Вот такая спиралька. Вот у меня уже есть. Да, ручки уже разъезжаются. Уже состояние уже близко. Вот и хочется, видите, такие волнообразные движения уже делать. Тело самопроизвольно уже. Пошла уже волновая работа. Так, хорошо. Третье упражнение сделаем. Называется «Вода в лицо». Представьте, что перед вами или ручей, или водопад, или такой большой чан с водой. Красивый большой чан с водой. Вы к нему подходите. Тоже ножки примерно на ширине плеч. Коленки присогнуты, тело все текучее, расслаблено. И вот ручками начинаете себе вот водичку брызгать в лицо, освежая. Эти брызги смывают с вас всякую накипь, всякую усталость, всякое такое нехорошее. Все, что вам не нужно, оставляет только чистое, доброе, светлое, здоровое, красивое. И улыбочка. Не забываем про улыбочку. Улыбка на лице. И эту улыбку опускаем вовнутрь, вот сюда, в середку, в сердце, в грудь, в солнечное сплетение. Вот водичку все брызгаем, 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 брызгаем. Вот стан боком покажу. Движение за счет таза тоже, ручки сами вылетают. В этих упражнениях всем хорошо, что минимальное усилие, вот тело начинает само включаться и работать. И вот начинается, смотрите, уже пошло бронхиальное дыхание, послушайте. То есть я не дышу за счет усилия, а тело само начинает дышать. По этой штуке тоже, может, запишу отдельное видео. Но эти вещи такие уже более такие закрытые, так сказать, я даю на личных консультациях. И вот вы можете почувствовать, какие органы у вас начинают побаливать, там, где у вас дискомфорт. Вот представляем, водичку все свежую,
чистую, родниковую. Брызгаем лицо. Это очень приятно, очень освежает, очень хорошо. Ускоряемся. Делайте сколько вам комфортно. Этот комплекс можно делать каждое утро. Занимает немного времени, до 10 минут. Но если это будете делать на регулярной основе, вы уже через неделю увидите изменения в своем организме. Вы становитесь лучше, чище, здоровее, соответственно, богаче, успешнее. Много плюсов в этом. И вы видите, как будет у вас ваше окружение меняться в лучшую сторону. Если к вам даже животные начинают приходить, то, соответственно, люди будут притягиваться более добрые, позитивные, успешные. Богатый не всегда в финансовом плане успешный человек. Об этом тоже как-то пообщаемся отдельно. Я общался с очень богатыми людьми, мультимиллионерами и так дальше. У меня такое ощущение было, что передо мной нищий стоит. Ну, в духовном плане. Замедляемся. Все хорошо. Улыбочка. Вот, немножко расслабились. Дали телу немножко самому потечь. И вот оно уже, видите, само движение идет. Я уже его не создаю. Тело уже произвольно начинает двигаться. Вот в этом состоянии, если вы начнете чувствовать и начнете в нем удерживаться, в нем можно жить. Тогда вы увидите, насколько мир становится прекраснее, ярче цвета, краски. Даже светофоры под вас будут включаться. Как вы ходите на дорожку судьбы, как помните в сказках путеводный клубочек. И еще огромный плюс, вы попадаете в настоящее время. То есть не в прошлом или в будущем живете, как нас приучили жить. А вы живете в то время, в том моменте, который вы сами себе настроили. Как придумал, так и живи, как сказал мудрый человек. Вот. Те, кто испытывают депрессии, расстройства, те живут прошлым. А прошлого, по сути, не существует. Вчерашний день особо от сна ничем не отличается. Вы его повторить уже не сможете. И прожить тоже. А те, кто встревожены, переживают, торопятся, что-то там, кстати, оттуда геморрои всякие получаются, когда человек живет будущим. Мудрые люди говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Так и есть. От нас здесь вообще мало что зависит, насколько... Я уже убедился, это я встречал у мудрецов в разных культурах, в разных религиях, верованиях, и в буддизме, и в исламе, и в христианстве. Все говорят об одном и том же, люди, которые уже пришли к просветлению, ну, немножко разными языками и словами, а суть одна и та же. Давайте сделаем еще одно упражнение, повыбрасываем ручку, тоже тело расслаблено, тело у нас текучее, и вот ручка сама вылетает. Движение зарождается в животе, но сама волна идет от ноги. И вот мы как выбрасываем, она сама вылетает, тоже ручки как веревочки, и вот мы, можно вот так, ладошкой вверх.
можно ладошки вниз, кому как нравится. И тоже начинаем прорабатывать позвоночник. Гибкость – показатель молодости. Если вы эти упражнения будете делать почаще, то у вас будет настоящая, правильная, здоровая старость, а не дряхлость, которую нам везде показывают. У меня есть друзья, которые кому-то за 80, кому-то уже близко к 80. Вы тоже можете посмотреть на моем канале Facebook. Там люди на лыжах бегают, их догнать невозможно. Второй забрасывает ногу выше своей головы. Тоже ловкость, гибкость, скорость. Тело начинает просто промываться. Убираются всякие зажимы, застои, в которых у нас блокируется сила и энергия. И вот все начинает течь внутри. Лимфа начинает течь, лимфодренаж начинается. Начинаете себя чувствовать хорошо. Начинаете лучше запахи слышать, лучше видеть, слух улучшается. Плюсов очень много. Главное делать на регулярной основе. Видите, простые махи руками. Особо ничего сложного нету. Противопоказаний нет практически никаких. Просто делайте себе, делайте. Вот и все. Мысли начинают останавливаться, или вы перестаете в них вовлекаться. Внимание на дыхании, настроение отличное, нету мыслей, идет аккумуляция силы. Каждая мысль приходит, забрала силу. Причем 90% это вообще не наши мысли, а мы их думаем, переживаем. Отпустите, представьте, что все хорошо, ничего не зависит от вас, хотя бы в этом моменте. Будьте здесь и сейчас. Вот делайте зарядку, больше ничего не существует. То, что происходит с вами в данный момент, это ваше. А то, что с вами сейчас не происходит, как там новости, это не ваше. Этого как бы и не происходит, это не ваше. Это происходит для тех, для кого это должно происходить. Как бы странно это ни звучало, но люди, которые в теме, об этом знают и понимают. Каждый на своем месте, каждый проходит свои испытания, свои задачи, свои кармические штуки отрабатывает. Замедляемся. Вот, пошли хрустики, микрохрустики. Даем телу, пускаем тело, даем ему немножко потечь. Вот, и оно начинает само по себе вращаться. Вот баскетбол люди играют тоже. Еще одно упражнение сделаем, такое дыхательное. Вот. Вдох от земли, выдох обратно в землю. Можем как поднимать ручки, как промываем тело. Вот у меня спиралька уже пошла против часовой стрелки. Когда по часовой вы как вкручиваетесь в землю, а против часовой вас как бы начинает вытягивать, вытаскивать вверх.
И представьте, что каждый позвоночек, понятно, как поплавки, так всплывают. И дышите. И вот тоже. Вдох от земли, выдох. Вдох, выдох. Представьте, как... И вниманием сопровождайте ручки. Вдох, выдох. Кому лень, можно даже руками не водить просто. Вдох, ручки вверх. Выдох, ручки вниз. Вдох, ручки. Ладошки смотрят вверх. Выдох, ладошки смотрят вниз. Вдох, ладошки смотрят вверх. Выдох, ладошки смотрят вниз. И вот спиралька идет. И вот в этой спиральке можно и ходить, и ускоряться, и сражаться, и да что угодно. Вот уже состояние текучести пошло. Сразу как какие запахи, как обоняние улучшается, интуиция улучшается, начинает зрение улучшаться, слух. Вот расставьте ручки. И вот тоже простое упражнение, как внимание рассеяно, как бы панорамное зрение делаем. Вот. И вот ручки выставили и смотрим на края рук, на пальчики наши. Вот. И вот поводили, посмотрели, где мы их видим. Вот. Внимание, зрение рассеяно. И вот тоже такое упражнение. И вот если будете тренировать понемножку каждый день, и вот ручки потихоньку отводите, и стараетесь все равно их держать в поле наблюдения, в поле видения. Вот. И вот потом можно бег созерцания делать тоже. Бегать, медитировать можно и в беге, и в ходьбе. Столько всего очень интересного и полезного. Так что обращайтесь за консультациями, за советами, за рекомендациями. Понемножку люди уже приходят, пишут, спрашивают, благодарят. Очень приятно, особенно когда идет обратная связь, даже на площадке вот люди приходят. А помнишь, ты мне показал упражнение там 3 месяца назад? Я уже и забыл даже об этом. Показал. Человек спросил, я показал. Он, так вот, перестали плечи болеть. Там, перестали, второй говорит, колени перестали болеть. Чудеса. Говорит, мучился столько лет, а тут простое упражнение по 5, по 10 минут в день. Ну, говорю, все, что сложно, то ложно. Все, что просто, то наше. Вот так. Благодарю всех за просмотр. Будут вопросы, пишите. Всегда рад. Всем хорошего дня и до новых встреч. Будь добру.